Ну, толкание ядра очень порадовало, порадовали женщины, выполнили все трое норматив на участие в чемпионате мира, высокие результаты. Вот, и Авдеева, и Соловьева, и Дардеева, есть виден запас, что могут еще добавить. В общем, я очень доволен. Ребята тоже, и Костя Лядусов 20-41, хороший результат, немножко не добрал до норматива. Надеюсь, сейчас на ближайших соревнованиях 12 июня должен выполнить. И Саша Лесной, который после тяжелой травмы, после операции, великолепный результат для этой ситуации, 19.54, ну просто я очень доволен. В копье, значит, ситуация у нас немножко похуже, вот. В принципе, Дима Тарабина хороший результат, 81.60 для этого времени, дальше жалко никого особо нету, вот. Девочки, и Маша Рыбникова уже, да, извиняюсь, уже Рыбникова, 57 для первого старта, для нее это очень близко к личному рекорду, неплохой результат. И Вера Ребрик, восстанавливающаяся после травмы, после тоже со скрестных шагов, без разбега, 57 метров, хороший результат. Я доволен. А если в целом сказать о прошедшем Кубке России, ну, Кубок показал, что, в общем-то, метание в России еще пока живы, вот, и нас не надо списывать со счетов, есть конкурентоспособные ребята и на европейской, и на мировой арене. Надеюсь, добавят в ходе сезона, и к чемпионату мира, может быть, что-то у нас и получится. Максим Афонин не выступал здесь? Он уехал в Стокгольм на бриллиантовую лигу. Вот 30 числа посмотрим, как он. Он тоже на тяжелой работе, я не знаю, как он толкнет. Не могу делать никаких прогнозов, тем более недавно получил небольшую травму. Ну, посмотрим, будем надеяться на лучшее.